такой вот подгончик сегодня получил. Это грантовские фары. Одна, конечно, в усосе немножко, но я думаю, все это поправимо. Ну как немножко? Нормально в усосе. Но я думаю, что все это можно сделать. Вот эти фары будут стоять теперь здесь. Вот. Ну вот, погнали. Сейчас, короче, начинаю работать над крылом. Вот, задумка какая. Здесь уже и так убрали бортик этот. В общем, этого борта быть не должно. Надо отстучать. Отстучать, чтобы его не стало вообще, сравнять. Эта линия будет теряться где-то примерно здесь. Значит, здесь мы тоже на ровную выводим. Здесь примерно, и тут тоже вмятина есть. Здесь получается, что вот эта часть должна больше наклониться сюда, то есть здесь делается еще одна зарубка, примерно вот такая. Ну что, вот я распрямил эти бортики, здесь и здесь. Распрямил верхнюю часть, нижний сам самоскладка остается. Здесь начал уже отстукивать арку, вот она пойдет вот здесь. Где-то до этих пор примерно. До этих пор. Здесь крыло согнется вот по этой полосе. То есть как бы у нас раскатается немножко арка, чуть больше будет. Здесь то же самое надо будет выстучать эту арку. Вот эту вот. Этот бортик вывести сюда. Вот. А дальше здесь посмотрим, здесь будет срезаться под бампер. Это потом. Чуть посильнее пробил саму арку, не знаю, видно или нет, но на самом деле она чувствуется. Вот она. Здесь идет грань, и вот пробил вот эту грань. Не знаю, многовато, не многовато, но как тут видно вот так. Вот это наровную. Вот, крыло будет до вот этой части. Раз завальцуется, срежется, завальцуется. Вот, 7 сантиметров будет вот такая вот как бы арочка. Она будет уходить где-то здесь, теряться. Здесь отстучал, растянул металл. Сделал такое пузо, чтобы вот эта вот грань переходила в такое закругление и опять уходила в грань. Значит, здесь отшлифовалась вот она арочка. Так, по крылу продолжаются работы. Была подрезана арка, загнута это все. Вот, до самых пор, до вот этих. Здесь я перерезал жесткость, чтобы это все выровнять, на ровную вышло. Здесь где-то будет подогнуто. Тоже немножко подрезал. Так, ну что, всем привет, наступил новый день. Вот второе крыло, правое, левое по аналогии отстукал. Также, короче, сделал арку эту подрезал, раскатал, здесь прокатил верхний кант. Ну и этот пробовал в другую сторону загнуть, показалось мне, что так будет лучше, но фигня на самом деле. Лучше, когда вот так бортики идут, красивей. Вот. Идем к нашей машинке, начинаем разбирать, делать примерку.
вылезает, в эту часть оставляем. Срезается вот эта планка, срезается вот эта верхняя планка. И примерно вот до сюда срезается брызговик, но потом вот так мы стасом. Вот. Этот кронштейн, в принципе, нужен для крепления крыла. Поэтому его надо оставить. Вот. Если мы как-то вот так вот срежем до сюда, то, скорее всего, для фары мешать не будет. Эта фара где-то вот до сюда, в принципе, идет. Вот. Потом фара крепится прямо на вот этот борт. Сверлим, крепим фару. Мешает, но немного, 2 сантиметра. Все остальное, что будет мешать, придется кувалдой нажать. Значит, смотался на разборку, взял вот такой вот грантовский бампер. Да, он немножко в усосе, убитый. Но это все делается, это все хрень. Значит, я уже свой бампер скинул. Вон он валяется. Сейчас начинаю разбирать эту сторону и запиливать вторую фару. По отверстиям подошло, здесь как будто под нее были отверстия. Так, ладно. Режем по аналогии. Подтянуть чуть-чуть, получается вот такое вот крыло.